человек, которые были на профа на прошлом КД и убивали его спокойно. Вонючку убивай. Профа можно и в десятке закрыть для квеста. Да не суть в этом. Не суть в этом. Вон, смотри, окна на, допустим, тот же самый Гретвик. Падает бисовая триня. Падают печеньки. Катушка это не проф. Катушка это всем доступная босс. Гами тоже. В этом нет проблем. Я говорю конкретно про боссов, которые с пугами не закрываются. Я смотрю, чтобы сходить, надо вот этих всех боссов просто на одном дыхании проходить. Без вайпов и всех фигни. Мы сейчас дойдем, убьем там профа, дойдем до леди, там, ой, до ланотели, там еще какое-то время, там какое-то время. На Синдру подойдем, посмотрим на нее и все, РТ закончил. Вы убили вонючку! Сейчас получите! А с Каражана же перчатки ТЕ-4 падают, да? Танк, пойди. А тут еще один. А чё, что маном нерфили? Там этот землетрясение подрезали на 2% где-то. Ну, от стака. От каждого стака 2%. Убрали. Так они вроде и так были не огонь. Ну да. Ну, ничего, ничего. Тебе в легионе шаман передамажил, не огонь. Убийцевый. 276 это не писывай, простите. Великана сразу убивать. Или ты просто. Хвельт или как там вот этот вот шаман у тебя передамажил? Ну, КФМ были-то? Да. Да-да, месяца 4 назад шаман, короче, просто сжав одну кнопку, просто LM, блять, всех передамажил, всегда в топе. В легионе есть в каком-то статике, в первом там шаман 32 дает элем. Вроде бы знаешь, на орке ДПС был Бейсон или кто он там у них? Легион Офир, да, 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 правильно ты сказал. Легион Офир там есть. Я был, потом остальные уже за мной были, я третий или четвертый был по ДПС. Пятый был. Череп был перед тобой, как минимум. Да, череп был. Все, вот они все ДПС были. Я был как раз. Череп, да, был, да, да, на Гената, все верно. На Гената. Вот он, блядь, одну кнопку жав, постоянно в топе был. Шаман. Шаман наш. Он в нашей гильдии был. Первый был Бейсон, второй череп, третий Хвельд. Или первый Хвельд был, не помню. Нет. Хант был вторым, потом шел череп, потом шел я. Тебя шаман передамажил. Да не передамажил, он ее. Я че, по-твоему, не помню реклам с бот? Арел, скажи, пожалуйста, просто тут кому-нибудь нужна? Не знаю, плюс сейчас книжка кому нужна, вроде никому не нужна. Ну это ж на посох шема, 284 делать, просто правильно? Просто если и ПГП не работает, как ее рулить-то? Просто без ЕП, ну в смысле без ГБ. Без ЕП рольнете просто, все, я на ролл так кину. Так, по меточкам, РДД сразу, так, что тут у нас? Бафов нету. Вика, где воин? Ребаф был, да, рыбу поставил? Ну, то отойду. Сейчас дошли до тухлого. Что там, гибели?
Вот, по сути, за час должны уже тухлого и гнилого, уже должны на профа подниматься. У меня покашляли и не полчаса всех. Мы бы это так и сделали. Так, вот так. РДД, набираете дистанцию сразу между друг другом. Меточки, споры будете выносить в трусики и в ромбик. И в печеньку, это милизона. Когда будут споры, в эти меточки все сбегаются. Хватаете дебаф, меточки пропали, опять разбежались, набрали дистанцию. Танки, Рейгар, скажешь, когда там поменяться. Шаман, Мара, Таню отставил. Трусы, там проще было. Сейчас. Шаман, тут я, Влад, сказать, тут. Далеко встречи, не успеешь добежать. Вот сюда встань, да, вот, ближе. Лок, поменяй. Иди сюда, вот тут встань. Вот, где сова прыгает, иди сюда вот. Шаман. Как звать, вот видите, сова прыгает. Так, все, все. Аргура, дальше, вы майки, вы можете, блин. Моя точка, что не нравится. Блядь, тем, что... Блядь, кто это спулил? Кули. Да-да-да, уйдите от меня, пока. Первые метки не выносим. Вот толпа просто стоит в треугольнике, РДДшенька. Толпа? ХП всем! Лоликс. Моя точка. Кто там еще? И воет спирит, да? Приз, разбегись. Смотрите нахрен от меня так, РДДш. Я только с Уликсом стоял. Да вообще ни с кем рядом вы не стоите, блядь. Это заклинание еще не готово. Да хули он со мной стал сам? Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Денис, скажешь, когда воину забрать? Босс. Да, да, еще два стака, потом напуливайте на него. Скорость не крыть, красы, бронзик. Дерево, не стой. Шини. Шини. А в мили зону, блядь, что, никого? Или была одна, по-моему. А, две вообще споры было. Забирай. А, пули у меня. Ты в дебафы смотри хоть. Я пока не могу прочитать это заклинание. Заклинание еще не готово.
блядь, опять. Дохлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже... С задержкой я ебал. 5 раз болячки проебал. Спел жму, а он это... Знаешь, нажимается, а не проходит. Там осколок, да? Да. Кровь была, нет? Заклинание еще не готово. Была, конечно. Никому не надо, да? Что ты ролил сейчас? В смысле не надо, а охна на прошлый рейд ролил кровь. Че, все собрали уже? Так, Райрену тут не отдайте. Влад. Влад. Что? Я сойти на там. Смотрите хотя бы где мод. Ты мне сколок дал? Ты забрал его. Пуляйте, я на 1 минуту, а ФК мне посадить срочно надо. Ты забрал его, Влад. Не вижу. А ты минусуешь ему? Я ему что? Я уже тебе... Сойти на там. Уже у тебя. Нет, я ему их отдал только что. Да, окей. Ему плюс. Все, все тут. Кто на боссе, кто слизни собирает? Блэйдмастер. Что? На боссе и слизни? Слизни собираешь. Окей. Под босса все встали. Рейгар пулит по отчету. О, я тут. Под босса встали. Слизни так же, как десятки собирают? Ну да, да. Ну как, больших просто собираешь и водишь. Замедляешь, водишь. Маленького мили комнаты люди. Мелких не нужно забирать с мили, только больших. Да, но на нем плотно. Вот этого забираю и водить. Я вот сейчас прикола не понимаю, почему эти вары впереди меня, блядь. На Саурфе были в жопе. Потому что здесь трэш стоит, они рассекающие, бам. Они пальчик на рассекающих спала держат. Видит босс трэш? Рассекающий на дярочку и тыкают его. Да рассекающий давно в макросе. Это ж маги, блядь. Поэтому интеллект больше не просить.
Вообще-то, блядь, не дамаг уже троки без интеллект. Сколько уже? Три? Да, да, три. А у варов с интеллектом появляется, знаешь, этот... Типа такая, ага, можно крутануть, да? Четвертый пошел. А может следующего просто не собирать, чтобы взрыва не было? Ну сейчас посмотрим. Если мы вайфимся, квест пропадет. Что, собираю? Не собирай. Я ляму бит не могу. Даю гимн на хп. Маму даю. Босс упал. Клинканите ДПС, пожалуйста. Аван, блядь, плечи. Всё. Опять упала хуета. Не, мне шип нужен. Объект есть. Кто первую кровь забрал? Блейдмастер вар. Блейдмастер. Да, Артур, сдаём. Не, квест даем после профа. Первая кровь, она даже на роуме. После профа. После профа, никто туда нахуй не идет. После профа, не бегите туда, куда вы все щеманули. Если умрешь, дебаф скинется же, нет? Лучше сейчас сдать. Ну че? Так, подожди, Ганлер, тебе нужен этот клатч? Да. У, сука, хотите сейчас всех убью? Да, вообще. Ганлер, ты же говорил, у тебя дил отопнут. У меня вообще бичевский плащ, так хотел пока. Заговорил. Успех кому надо, быстрее. Без ГП заберу, Влад. Да. Слышишь, Влад, без ГП заберу. Нажму на мейн спек. А, ну Маргу там. Ну без ГП. Вальку сагрили, молодцы. Че, получше нельзя бегать? Вон там танк есть, квадратик на нем. Вальку убить? Короче. Вы сдавайте и идите. Ну не так ролили, они другую ролили. Так она вообще даже не меняет? Групп лут. А, да. На квесте. Так, у нас будет мастер умеет лубанить? Я замедлять не умею. Я водить умею, а в чужом этом не умею сидеть. Кого водить? Чё там сидеть-то? Там три кнопки, блядь. Босса водить ты умеешь? Да, умею. Без колбы ты всё чётко поставил? Да, я всё спущу. Я тогда посижу, может там если будет тычка, то и грань держу. Давай, чё, да. Кому-нибудь, смотри, чё упало? Чё, ладно, у Каребра упало Лоликсу. Да мне это кольцо. Мне максимум оттуда камушки падали. Мне уже вот. Мешочек Артур ГЦ. Я как обычно удел палец. Говно. Вот, да, багровый рубин, это моя схема. Бля, я только сейчас увидел то, что у нас Фрост ДК с маской. Он Блад. Маской. Кто Фрост? Гринстейн. Он Блад. Он Фрост. Мы стоим на него, смотрим, он с маской стоит. Что, спекнулся? Нет.
Он всегда вас... Иди назад! Куда вы лезете? Вот куда вы лезете? Алло, тут с маги вообще изи выживают. Не, в Владе он бил только что, удар смерти. Ну только что и был баф, сила поганичего, блядь, от Влада. Куда? Пять полутал. Вова, пиздец. Я, в принципе, в поганище умею сидеть, только я не понимаю, когда какого слизня и какой кнопкой там его замедлять. Да, ладно. В поганище-то и все умеют сидеть. Там просто мышкой наводишь на квадратик 1, 2, 3 и читаешь. Зеленый появился, первую циферку нажимаешь и все, плюнул. Только мнусы есть там эти. Или вторая кнопка, плевать, не помню точно. Первая, ну давайте, давайте, могу я. Будете сейчас так умничать. Вы всех боссов сейчас без так пойдете. Не дай бог вы посипнете, блядь. Навести, не навести. Человек вам нормально говорит то, что, блядь, не знает. Ну еще объясните нормально, хоть вы выебываетесь. Как будто он вам, блядь, я не знаю, там... сказал то, что вы все говно, блин, но я вот просто забыл как. Но если вы мне рабы никто напомните, ничего плохого не сказал вроде. Артур, ТПС не будет хватать, плохого. Если что, на САВУ зайдешь? К чему эти комментарии навести? Объяснения какие-то вот эти вот каверзные. Спокойно сказали, вот как Кинезис начал объяснять. Единичка это, двоечка это, троечка это. Ну так объяснили потом, да. Ну к чему другие комментарии? Вот вы вот так вот и себя ведете, потом люди, которые реально вот заходят в игру первое время и там один месяц играют, они просто боятся что-нибудь спросить у вас. Потому что боятся то, что вы будете их подъебывать вот такими вот своими ответами. Поэтому все потом язык в жопу засунули и сидят, блин, как будто все знают. Но на самом деле ни хера они не знают. А вы тут стоите и думаете, а почему мы вайпаемся, блядь? Что все боятся спросить, что они не так сделали. Да, вроде перед профом говорили, что курнуть можно будет. Да, кстати. Идите 3 минуты, курите. Как от сердца оторвал вам. Так, давайте пока там начертание, у кого есть, кто глифы делать умеет. Гандер. Так, Блейдмастер здесь? Курящий, не курящий? Курящий. Ну ладно. Я просто от него оторвут, мне кажется. У него пуха танковская еще. Была бы ДДшная пуха. Вот, кстати... Надо вот эту вот такого, убиваю гниль, да. Ну вот этот топор вообще 1.5 в протика нормально был бы, топовый. Влад. Угу. Чё, у вас там шторм был? Какой шторм? Ну, был шторм. В Омске? Ну да, отлив. Да нет, был. У них же там в Омске река небольшая, нет? Или я ошибаюсь? Полумск. Да, на Сахалине. Моя в Чехов ездила. Чехова едет. Она говорит, я просто в ахуе. А, ну может там где-нибудь в Чехово, может прям, там какой-нибудь перевал ёбнут. Прям вот перед подъездом в Чехово просто осьминоги продают. Осьминоги. Да и, конечно, бегать выбрасывают. По 300... По 350 рублей за килограмм. Большие осьминоги были. Ну такие, блядь, прям охуенные. Она вот, она купила, блядь. Она сколько и поправила, один и по-корейски сделала. Ну, у меня супруга кореянка. Она и по-корейски сделала прям много осьминог. Пожарила всю сковородку, огромную, такую большую сковородку. Огромное. Я завтра в Южный поеду.
Ну, я, наверное, скорее всего, до Нивы поеду. Там, это, там перегрузь, верхом спугоню товар. Ну, она так прикинула, говорит, слушай, 900 рублей у нас в Южном осьминог стоит, вот, именно на, этом, на успехе, свежий. Она за 350, она говорит, нихуя себе, блядь, разница. Вагон в сеть зашел. Я видел. Так, а что там у нас, блядь? Меня суманите, пожалуйста. Шамана и шамана суманули, кинезиса и шамана суманите. Я ж кинезис суману. Шамана все покупайте, суманите. Билд себе немного переделал. Но у меня до этого типа билд был через жертвенный огонь, но я в его попытался замаксить, но все равно без передамаживает жертвенный огонь, я в беса закинул очки. А это? Как он? Ты в демоне, да? Да, да, в демоне. Так, чё? Так, да, еще раз, что ты спрашивал, типа в демоне или я? Да, да, да. Да? Рейгар, Эксон, Сталин, Скальпер. Ладно, эти, в принципе, люди знают, для остальных объясняю. Все, вот, минуту еще. Блейдмастер тут? Да, да. Смотри, давай, короче, лучше ты лобами будешь учиться. Получается, первая кнопочка у тебя будет автоатака. Автоатака будет накладывать на цель дебаф. Это типа раскола брони. 2%. Подо, извини, ты перепутал. Первая кнопочка пить лужу, вторая плевок, а третья атака. Да, все. Первая кнопочка лужу пьешь, получается, появляется лужа. Это я знаю. Вот. Надо именно в центр в нее встать. То бишь, если ты будешь. Да, 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 да. И до конца ее выпить обязательно. Да, да, вот. Вот так вот и делаешь. Вторая будет плевок. То бишь, вот в луне. И в. Сейчас звезде, наверное. Нет. Красный слизняк, знаешь, где появляется? Ну они вот тут, да, 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 да. Вот. То бишь в этих двух слизней они будут по очереди появляться. Сначала зеленый, какое-то время пройдет, опять там красный появляется. Вот так вот будет идти. Чередоваться. Двоечка, да, в них тыкаешь, они замедляют их. Да, то бишь тебе надо 50 вот этой фигни, слизи. Ты плюешь. То бишь, понял. Если слизи, ты не плюнешь в них. Поэтому выпил. Ну, ты вот три первые, две первые лужи выпиваешь, у тебя соточка там почти должна быть. Вот, окей. Вот крестики появляются. Красный слизняк, в луне появляется зеленый слизняк. То бишь, только он появился, он начнет сначала кастовать, выбирать цель. Ты уже в этот момент в него должен плюнуть. Хорошо. Все, плюнул, на дебаф повесится там на 15 плюс-минус секунд. Сразу будь на готове, если его быстро не убьют, дебаф спадет, тебе, ты его должен будешь обновить. И учитывай то, что чем дальше ты от него будешь, эта сопля, она летит, то бишь как снаряд. Я понял. Не мгновенно она накидывается. За 2-3 секунды до конца. Да, да, вот плюс-минус так. Окей. Вот, и все. В свободное время там можешь подойти троечкой босса цапнуть, там, ну такое, знаешь. Хорошо, вначале спасибо. Вначале выпьешь, возле стола будешь, босс будет держаться возле стола, и просто троечкой настакиваешь на него дебаф, сколько сможешь, только уже появились, сразу выпиваешь, идешь. Хорошо. Рейгар, тогда на боссе, я просто оторвут от тебя эти Т5, они стопать у меня не умеют. Теперь следующее. Все милишники, милишники, сначала бьете возле стола, потом Денис отведет босса в щиток. При появлении зеленого слизня все встают в луну и бьют слизня зеленого спиной к столу.
ориентир у вас будет звездочка скальпер, звездочка вот, которая подсвечивается. То бишь вы РДД стоите в той зоне. РДД, ой, милики стоят, вливаются в зеленого. Допустим, он выбрал милика в таргет. Вас откинет к РДДшникам. Сразу в него с рывков там и со всей прочей херни влетать не надо. Наоборот, попятились назад немного. Только он выбрал таргет, начал идти. Все, вы пошли уже вперед бить его. РДД, если он выбрал, то вы просто идете от этой луны до звездочки, грубо говоря, сопровождаете его, бьете. Также обязательно не надо его вот так вот стоять бить, грубо говоря. Вас откинет в центр, у вас выбегает в таргет, вы умрете. От красного слизняка вы будете убегать по часовой стрелке, то бишь РДД стоят здесь. И вы побежали через миликов, чтобы миликам было быстрее добежать до вас. Побежали, побежали, бьете, бьете, бьете. Красного слизня убиваете. Красного сначала, как только он появился, свитчуется только РДД. Милишники свитчуются только после того, как он выберет таргет свой. И все, от красного убегать, зеленого сбегаться в человека. Теперь на второй и третьей фазе будет босс ставит колбы для милишников. Это он будет за спиной их ставить слева и справа от себя. Такие оранжевые колбочки, в них милишникам заходить нельзя. Если вы в них зайдете, у вас будет мисы на 90, там сколько, 75-80% мисов. То бишь вы им будете очень-очень редко попадать. И в РДД зону он будет кидать слизни. Если их лутаете, на 200% скорость произнесения заклинания у вас будет выше. То бишь будете очень долго кастовать, поэтому эти штучки мы не лутаем. На третьей фазе все абсолютно СТшники. Ориентируя у вас будет звездочка, то бишь, не, чтоб я не видел такого, то что один РДД стоит здесь, второй там здесь, третий здесь и так далее. Скальпер будет двигаться, вы двигаетесь чисто за ним. Милики двигаются чисто за туда, куда ведут босса. Чтобы не разлить по всей карте лужи эти. Даю РЧ, пробуем. А, кого там? Шамана суманить? Что скажешь? Вот я на боссе, да? Да, ты на боссе, короче. Если... Рыбав, мы по рейду даем. Если стоит будет заходить кашу Артура Салуки. Если прям реально стоящая. Я понял, понял, хорошо. Да хватит тут, ДПС хватит. Если тупить, главное, чтобы не тупили и все. Ну по 5 дайте по шаману, а? Ганлер, а, у нас нету, да? Ох, на-на, бафа МП5, вот. А какого хера у нас энх в рейде, блин? Что за нахер происходит? Ну, чтоб баф был. Вы угораете, блядь. Ох, на нас, кинь МП5 по крестам. Влад, я его не танчу-то давно. Смотри, по поводу колб. Их за сколько, ну, ДБМ их анонсят. То есть, грубо говоря, за 5 секунд я его перевожу, да, в другую? За 7-8 секунд уже отводишь. 7-8 секунд. Все понял. Спиной к ней выворачиваешь, только он поставил. Я знаю, не знаю. За сколько? А, за 7 секунд, за 8 секунд. Да там не критично, ты можешь за 10 секунд с херу на самом деле. Все, он давай. Типа не меняет их положение, да? Че? Забей, короче, проехал. Давай, все, пошел, да. На 4 секундах пьешь, уже пьешь обаму. Ничего страшного. Пока у стола держи его. Только он в лужу кинет, сразу переводи на щит. Да-да-да. Все, пошел. Еще. Зеленый стыд появляется. Вот в него плюнуть надо сейчас.
Все, зеленого играем. Вот вы милики вот не понимаете, да, то, что вот, пока он не выбрал таргет, не надо в него бежать. Милики, поехали, он просто. Надо тут тоже. Шини робота подними. Красного РДД отличный. Юнит красного. Есть плевок? А, стой, не плюй, не плюй, не плюй, не плюй. Не есть? Успел? Не плюнул, не плевал, не плевал. Вот сейчас только спадет, сразу. Отлично. Что? По роботу, каску, всю хуйню раздать. Милики поехали в красном. Зидай побежал от него. Все в красного отлично есть. Куда побежал? Ближе иди к нам. Товаран пошел. Вот видишь, поздно, Денис, вернись. Да, понял. Вот, блять, воины, вы вот, блять, прям сейчас вот в бою сейчас начислять буду. Рейрен и Гоствар. Валерксона выкупал. С Рейрена я прям охерел, когда он, блять, сделал этот. Тихо. Оранжи вокруг желтой метки разбегитесь. В луну, в луну, в луну. Денис, ты в колбу прям в луну подвел. Я его подвел, чтобы слизнем били. Хера подобнее, подвел колбу. А чё, милики зеленого будут играть, да? Больше по зеленым, да? Там меня уж. Пельмени. Куда ты опять его ведешь? То у меня с таймингом, сорян. Давно его не кончил. Милики, милики, красного. Вы не видите, что ли? Отойдите. Отойдите. Уйдите, уйдите от него. Вот теперь побежал. Блять, у нас глушенные войны. Я вас сейчас менять буду. Второй раз плюнул за это. Угу. Пельмени не ловим. Зеленого сыграли. Прям в голову прилетел. Зеленого, зеленого, зеленого. Не могу плюнуть, нечем. Пиздец, эти колбы ловят по КД. Я прохилить их не могу под колбами. Одна колба была, следом вторую поймал. Ни разу не ловил шипов приступ. А нет, Райан. Плюнул. Зеленого, ой, красного. Есть плюнул? Нет, он пока. Красного не нету. Все, ГГ. Наберу, может, успею. Олик, успеешь? Не успеешь. Отошли, отошли, отошли от него. Но из-за того, что зеленого не били, пришлось второй раз плевать. Кого его фото? Но кто зеленого не бил? Милики не били. Да-да, много раз было сказано, что когда зеленый слизень появляется, вы должны стоять не просто в одной метке, вы должны рассосаться. И что, я давай встану дисплейную Обаму. Не надо, не надо. Встанешь, мы свеснешься. Никто не вставайте, дух тела не покидайте. Подожди, еще раз, смотри. КАС называется химическая бомба. Вроде его отвалил, как раз как ты говоришь, там 7-8 секунд. А он аккуратно попал прям. За 10 секунд отпиди. Вы колбы под боссом не ловите. У вас, блядь, ДПС падает. Это раз по вам летит бешеный урон. Два, Райли. У тебя ты колбу одну поймал, бежишь следом, вторую ловишь. Я тебя тупо прохилить не могу даже под колбу ебануть. Даже хотя, что у тебя ХП много. Нет колб. Нет колб, я танк, я не могу поймать колбу.
Ты говоришь, какой? Рейрен, не Рейгар, Рейрен. Пип вагон-то в пятом, я ж тебе ничего не говорю. Че, встаю в лесу? Либо добежим. А вон есть, подожди, шаман есть там. Шкаф сразу ставьте, диспатча. С гроботом сманьте. Я оцениваю. Сейчас вот просьба, чего я конкретно умер от того, что когда появился зеленый слизняк, все дружно сбежались в одну метку до того, как он появился, кинулась в лужу под меня, и получается, на мне слизняк, и я от этого тупо сдох. Это не прохиливается. То есть вы до того, как слизняк выберет таргет, вы стоите как-то разряженно, там рейндж какой-то держите и так далее, чтобы под вас не кинулась в лужу. Просто, видимо, надо со снов начать. Некоторые, наверное, не знают, ну, механику, как работает слизень. Зеленый слизняк выбирает какой-то таргет, бежит в него, всех откидывает и дает какой-то урон. Если до того, как вы выбрали, как он выбрал таргет, вы к нему подбегаете, это происходит там, ну, в долю секунды, и падает. А по миликам нужно отлетать в сторону РДД, потому что сейчас отлетали в сторону зеленой этой фигни. Что делать-то будем? Дальше будем бить? Шамана суммоните. Хуги, баб, парейду сейчас дадите. Эксона суммоните. У нас просто еще 5 человек меньше танка дают. Есть одна идея. На милика метку поставить. Зачем? Затем, чтобы все в него вставали и отлетали туда, куда вам нужно. Там две метки в луну встают, все. Я говорю про человека, милика. На него поставить метку, чтобы милики бегали в нем и отлетали в РДД, а не куда попало. Вот, я поставил. Ты увидишь, что произойдет все то же самое. Ну, кто-то да посмотрит. Лучше что. Милики это отдельный казус. И вот РДД касается вас. Вот желтая метка, за ней стойте как хотите, но держите рейндж между собой. Забегайтесь только, когда подбегает стыз. Чё там Сталин? Отошёл? Не знаю. Сейчас. Тут... Я согласен, Сталина у них нет. Еще два танка только разговаривают. Остальные не могут. РЧ даю. Сейчас внимательно меня там слушаем. Чего у Сталина не хватает? Магии инту дайте ему. ДБМ пул даю. На 4 секундах пьешь. Пол бы ты выносишь под стену, а не под метку. Несмотря на то, что влазит слизнюк или еще что-то. Если слизнюк влазит и на нем что-то колба будут, ты его все равно у стены держишь. Потому что одни хером поставят колбы и все утонут и будут бить слизнюк. Зеленого все в луну встали. Все милики встали в луну, кроме танка. Бьем. Слизня плюнули. Побежали. Бьем его. Бежим, сопровождаем. Спиной к стенке. В них в центр. Вот, отлично. Бьем дальше босса. Быстрее, больше по боссу дали. 2% вам перевести. Пока красный не появился. Больше. Не успели.
Не плюешь мне, не плюешь. Сейчас милики, только он возьмет кого-то в таргет, сразу милики в него придут. РДД уже в него бьют. Только Обама может плюнуть, сразу плюет. Плюнул. Гандлер побежал. Милики уже бьют его. Криво. Да раньше, ну сам смотри. Ну я как бы паном, что есть. Фиги, когда я босса, бейте его в морду. Сейчас я как на прошлой неделе психану, блядь, то что, блядь, вплоть до ресниц, блядь, на голове нам все будет. Все в луну встали. Спиной к РДД. Бьем зеленого. Плюнули в зеленого. Вот, вас всех откинуло. Стоим подальше, никто на него не идет. Теперь идет. Тимортал один там. Вот, все, кто к нему подбежали, умерли. Всем привет, ребят. Здорово. Чего? Сталин, Берни, Шинни. Шинни, Берни, никого. А, Таху, Берни. Красного сыграли. Плюнули в красного. Отошли от босса, мили. Вот она побежала, все остальные в красного. Боссов, боссов, боссов. Больше по боссу. Пельмени не ловим на РДД. Зеленого сыграли. Отведи, 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 Денис. Иду, 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 он не идет. В РДД зону убежали, милик. Все, побежали бить. Вы уже выйти. Добиваем, никто на него не бежит сейчас. Чего они, блядь, уже в чарже вылетают. Вот он бы выбрал сейчас вас, и все, и вы бы умерли там. В босса играем. Сейчас красный появится. Отведи к стенке. Кастует, видишь? Ничего страшного. Красного приготовились, милики, заходить. Красного заехали. Маргу побежал. Отбежали, отбежали от него. Лоликс побежал. Лоликс побежал. Красного больше бьем. Ну чё, Марк умер, блядь. В босса играем. Сейчас колбы будут, милики перед лицом у него встали. Отбежали. Зеленого, зеленого въехали. Зеленого убиваете, быстрее убиваете. Сейчас потому что это переводить будем. Никто к нему не подходит. Переводите быстрее, переводите, убивайте быстрее. Все, переводите босса, босса переводите, босса переводите быстрее. Больше, больше. Все, отлично. Теперь все в звездочку встали. Милики. РДД в звездочку абсолютно. За звездочкой двигаете, сейчас я, блядь, поставлю на него звездочку. Ну, уже одну он там не успел допить. Ничего страшного, здесь лови его, Денис. Все, бьем в спину, сейчас бьем, милик. По команде будет убегать в спину. На ход танка никто вообще не стоит. Блядь, а я не вижу, когда бьют, бьют. Геру, дайте. Не вижу. А почему они мне показываются, блядь? Это уже не заанонсилось. Он не анонсится? У меня не заанонсится.
Ну вот сейчас он носит. Вот есть, да. Забеги, будет мать. Забирай. Ох, на нас кинь. Дай, чё там кидают, блядь. Скинь стаки, ребят. Что там или чё там, или... Отводи. Кинули? Гандлер, кинь. Гандлер, скинь стаки. Пожалуйста. Это ебота. Чё ебота? БР, дайте по танку. Надо будет чё разобрать. Нет у нас БР, у Сталина нет. Шли не умер. Сталин, сможешь рыком в мишку превратиться? И вот сейчас нет. Вот сейчас вот мишку таунт. Все, забирай Рейгар. Рейгар забирай. Готовься, сейчас опять я помочь. Вот сейчас забирай. Забирай опять. Сейчас забирай. Забирай обратно. Сколько стаков мне Рейгар, блядь, еще один стак. Не, не добьете все равно. Хант был бы, ханту удобнее так делать. Отвлекающий выстрел просто и все. Я хантом так делал обычно, когда не хватало. Ох, как неожиданно. Сталин красавчик, кстати. Сталин красавчик. Ну там да, там за 2 секунды до мутированной чумы надо забирать тебе обратно. Среагировал. Главное то, что у Мишки, блядь, кнопочки заполнены. То у некоторых, блядь, медведя таунт и у меня не заполнен. Я говорю, накинь ему ЕП пару соток. Рукастость. Давай, поехали. На принцов. Принцов убьем на лану. Лану убьем. Потом есть еще профа. До конца РТ будем пинать. Валю. Их, блин, на нее трэш долго так. Валю можно там уже так, с остатками. Ну типа если из расчета того, чтобы одевать тех, кто сейчас не одетый, бить наверочных боссов. Давай, пуляй, Денис, трэш. А, ну прохильтесь там, блядь. Рыбка, если есть, у кого поставьте рыбку. Пойду квест дам пока. Агро висит. У меня боешка упала. Побежал бить его уже кого-то. Кто? Кого побежал? На бой висит, Пэт побежал кого-то бить. Откуда бой? Вальку ходит даже. Не, куда-то в зал туда побежал. И Вальку уже убивали. Одна Валька полетает. Сумки упала у меня, куртка. Боешка.
Да не уберу я с вас мук. Че вам, нечего говорить вам. Пообщайтесь после РПО. Так, у тебя нормальный нет? У меня да, вроде бы да. Что это, ебало? Не, ну я не пью. А все ж ты хуярит. До утра не перезапускал? Не перезапускал вроде. А в этого? Он с телефон не писал? Да, нахуй. Кстати, Эксон, ты же шаришь в этих макросах. Есть такой макрос, чтобы в танке, когда на тап нажимаешь, выбиралась не рандомная цель, а та, которая, ну, не на тебе. Вроде так нельзя есть. Да, Дон Таунт Мастер есть, что-то такого. Таунт Мастер? Да, Таунт Мастер там, типа, будет эти... или как он? Как-то так, короче, называется. Вроде правильно сказал. Ну, там, короче, будет фрейбот. Тебя, к примеру, в Эксперли, только по-разному отображаться, либо этот вон, либо Tidy Plates, сейчас скажу, у меня, короче, понял. Другой стоит какой-то. Tidy Panels, Plates, Tidy Plates, Tides Plates. Во, да, у меня Tidy Place стоит. Просто батл стоит там, да? Понял. Я лежу, блядь, жду, думаю. Блядь, все побежали уже куда-то. Да я добегу, что у меня тут на спринтах и ботинках-то. Бежать-то нехер. Так, что у нас? Пристов у нас много, контроля много, ух. Вот так. Тактика, убиваем. Звездочку, скальпер. Ченьку, Void Spirit. Ромбик, гробот. Трусы, ультимортал. Месяц сейтина. Контроллер сдайте. Всех сучу стали, станы дайте, ладно, дам. Всех сучу, 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 сучу. Череп добейте. Потом в ромбик. У нас много слов, которые не допадают. Немного дней. Сейчас, помню.
Что там, пока у вас залагало, раскидайте сами друг с другом. Ты здесь? Звездочку, калькер, печеньку, гробот, ромбик, иммортал, трусы, вот спирит и луну с этим. Раздайте контроль. Убиваем скальпер, звездочку, робот, печенье, контроллер, дайте, точнее, встали все. Давай, 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 раздайте. На кинетиках будет у меня сидеть Сталин, Сейтина, Войт Спирит и как назвать? А нет, не как назвать, магистры. На кинетиках на боссе. Уничтожьте наших врагов. Блять, случайно. Войт Спирит, Сейтина, Сталин и магистры. Блейдмастер, держишь телесета со всеми его сферами. Рейгар, все остальное. Килиседа полностью, да, все сферы забираю? Да, да, да. Ну там темные сферы будут. Я, по-моему, по кругу такие маленькие. Да, да, да. И вот ты их, короче, держишь подальше от рейда. Хорошо. Рыбку кушаем, фул рибаф даем, арчену фул даем. Вес бахнем, ну на, по плестам. Кинетику поднимать. Будут кинетики на потолке падать. Их надо бить будет, чтобы они поднимались. ДБМ пул даю. Рейгар на пул. Недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Прочитать это заклинание.
вихрь отбежали. Вон кинетика падает. Понимаете? У вас приоритет не бить, а вот эту херню поднимать. Можете даже не бить. А ты какого хера вообще разговариваешь, блядь? А, я понял, блядь. Поднимаем сферы, никто не бьет килисет. Кто там уже, блядь? Эти морку хуярит. Забери сферы, а подведи их к танку, подведи их к танку, где которые телесет держат. Забери сферы вместо. Насладитесь болью. Никто телесета не бьет, блядь. Да рано бьем. Цель еще будет. Еру дайте. Лонару убиваем. Вихрь отбежали. Нахуй не усвоили. Стоит сладкий. Я в него милики пошли. Ну потому что херля ты не бежишь. Ты ж в миллизоне, блядь, почти. Отбежали. Все, никто не бьет, кинетики поднимаем, РДД им шлакаем. Блять, вам не ебать там удобно? Не бейте. Не, который без ПП можете бить, если стаки там поддерживаете и так далее. Главное РДД, блядь. Кинетики поднимают. Отдал ты 4. О, ща кинетика пёзница. Смена цели сейчас будет. Солдарам убиваем. Бьем. Ботинки ролим. Кто там? Чё там? Влад. Да? А эти кинетики могут... ШП же они их не могут бить, там только чистый урон. Нет, ну ладно. Хуёво чё.
Так, сейчас, блядь, Марго, подожди, сейчас я дам. Херня уехала, блин. Действовал на успех, да? Скальпер первый, звездочку кидаешь, потом печеньку гробот, луну сетина, ультимортал, зеленую метку и Void Spirit, ромбик на исходную встаньте, контроль отдайте. Блять, отведите подальше. Ну конечно, блять, сразу, блять, ебануть надо. Дайте мне. А? А? Да чё я проклятие раскидывал? Чего убить сейчас? Это Гандер. Ганнер, помнишь? А, ну, это надо тебе идти.